Yeah.
Так, продолжаем нашу тему. Мы обсуждаем очень обширное понятие садхана-бхакти. На разных уровнях преданного служения это можно описать по-разному. Усилия садхана. Какие же мы совершаем усилия? То, какие совершают усилия новичок в сознании Кришны или опытный преданный, это может сильно отличаться. Потому что садхана, бхакти — это исключительно внутренний процесс. Это сложно заметить извне, потому что внешняя практика ничем отличаться не будет начинающего преданного или уже очень опытного преданного. Это те же ранние подъемы, также моления, безусловно, чистые одежды, утренние программы, шримад-бхагаватам, ежедневно. И мы так можем судить по внешним характеристикам, что этот преданный, он соблюдает садхана-бхакти, он может твердо следовать этим правилам внешним. Что может говорить о его искренности, оно не всегда. Не всегда так, это тонкий момент. Мы не можем так категорично утверждать, что это есть чистый преданный, если он все это может внешне делать. Так, ну, этот курс сказал об этом так, что есть имитация, то есть можно одеть коти, поставить стилоки, можно взять четки, ведь кантималы, и ничего не означает, что мы стали преданными. То есть преданный именно тот, кто будет стремиться к Кришне, к служению Кришне, будет интересовать, кто же Кришна, кто же, что это за личность, путь к Богу. Садхана-бхакти — это означает, что человек в конечном итоге хочет стать слугой Бога, чтобы обрести эту любовь в своем сердце, бхаву. И ради этого он увлекает в себя свой ум, чувства, деятельные чувства, восприятие чувства в служение, в эту практику. Он вовлекает, он заставляет себя именно ходить в храм, не куда-то еще, смотреть на божества, не куда-то еще, слушать бхагаватам, не что-то еще и так далее. То есть в конечном итоге это настрой ума, потому что мы не можем видеть Кришну сначала везде. Можно сказать, это Кришна, но это уже не Кришна. Нужно что-то научиться игнорировать, что-то не замечать. И это трудно для преданных определенного уровня, потому что сохраняется память отношений с материальными объектами чувств. И они вызывают эмоции, ассоциации, воспоминания, то есть навязчиво напоминают нам о том, что в прошлых времени мы наслаждали чувствами, имеем опыт, вкус и память, имеем. Поэтому мы вступаем в некий такой как бы момент борьбы. Как сказал Прабхупада, вы повторяете 16 кругов, задаете обеты, и означает, что вы во всеуслышание дали, провозгласили войну, майя, объявили просто громко. Вышли в центр площади с микрофоном. И во весь город сказали, я объявляю войну, майя. Не сумасшедший этот человек. Вот так мы обещали 4 принципа, 16 кругов мантры, всю жизнь. Майя сказала, да, смелый парень. Никакой связи с Богом, смотрите, он уже такой смелый. Он Кришну еще не знает, еще ничего не знает, но он верит духовному учителю. Поэтому Майя осторожилась. Она не может оскорбить чистого преданного. Она сама чистая преданная, она не совершает никаких оскорблений, когда предлагает нам испытания. Никаких оскорблений, она абсолютно справедливо исполняет свою роль. А она видит, что совершая усилия преданного служения, мы также совершаем усилия и в том, чтобы получить что-то еще. И как это проявляется? Сначала это может не проявляться. Я делаю садхана-бхакти, все. Я жду результат. Но на самом деле, многие из нас напрасно ждут результат. Даже совершая садхана-бхакти, конечно, усилия. Напрасно. Усилия могут напрасно быть потрачены. Есть усилия в невежестве, в страсти, в добродетели. И только в добродетели усилия приносят положительный результат. В страсти и невежестве не приносят результата. В страсти человек может даже увеличивать свои анархии. Значит, стремление к власти, к славе, к почестям, к последователям – это же анарха. И он может даже развивать такие вещи неблагоприятные в страсти. Хотя внешне он очень активно занят и многое делает, то есть это тоже как бы для Кришны прямо или косвенно,
он совершает служение. Но при этом у него есть вот этот недостаток, серьезный недостаток, что он может увеличить анархию. И когда анархия укоренится в его сердце, когда слава за преданное служение станет для него непреложной истиной и истинным плодом, результатом, вот тогда он почувствует, что он несчастен, не получает должного признания и ответа в этом обществе. Он скажет, я не туда попал. Не оставь, я туда ты спросил. У меня даже благодарности в ответ. Как преданные смотрят на служение других преданных? Оно же бескорыстное. Можно спасибо не говорить, это же. Это преданное. Он сделал, но бескорыстно все делает. Можно еще даже покритиковать, если не будет. Ну, это, естественно, наша психология. Мы же все бескорыстные, если преданные что-то делают, мы не ожидаем, что кто-нибудь займет все другое бросит, верно же? Можем даже еще покритиковать, что он бескорыстно, но не так уж хорошо. Не так уж качественно. Это вот то, что обижает преданность непосредственно, которая надеется получить, конечно же, какое-то признание, какое-то уважение в ответ на нашу деятельность, это страсть. И страсть это тоже нужно уважать, безусловно, должны быть хорошие вещи, отмечать, с преданными общаться, с уважением, это необходимо. Но мы говорим сейчас о препятствиях. Какие же усилия должен сделать человек преданное служение? Быть не привязан к результату. В страсти плод он не получит духовный. Но может получить тот плод, который он ожидает. Может прославиться. Может быть, надо даже много последователей. И все же это будет далеко от бхакти. Это будет даже напоминать очень сильно бхакти, и все же это будет отличаться, это не будет бхакти. Это будет некое подобие бхакти. Или очень искусное, как бы ее подражание, воссоздание на материальном уровне бхакти. Например, бхакти проявляется в форме способности, таланта. Все, что сделано с любовью, удивительно привлекает людей, безусловно. Это можно имитировать при помощи профессионализма. Но сейчас это же так. В странах мира есть чисто профессиональное образование. Никого не учат любить Бога или взращивать таланты. Когда я поступал в учебное заведение, то сказали, что талант мы тебе здесь не дадим, талант это твое. Но профессионализм научат. Ну, объясним тебе законы, как все это сделать, все это будет любить. Профессиональные люди будут тебе покупать все это, брать, ценить. У тебя будет даже признание и слава, может быть, если ты научишься хорошо этой технике, то люди будут принимать это за истину. Но на самом деле это не истина, это отблеск истины. Талант, то, что люди самое привлекательное в этом мире, это отражение Кришны, сверхспособностей, что в страсти человек может легко имитировать. И поэтому это будет напоминать бхакти, как будто бы сделано с любовью, что высокий уровень исполнения знаний, профессиональных гьяна, карма, знаете, что ты великий человек, то умеет действовать в мире широко, масштабно, организовывать, достигать результатов, богатства, процветания. Голова кружится. И при этом он еще философию знает, как Хирани Кашипу. Он знал философию. Ведическую философию он знал прекрасным образом. И цитаты его утверждений в Бхагаватам. Трансцендентное знание. Но великий гьяни, великий карми, то, чего он достиг, никто не мог достичь, и до сих пор как невозможно в будущем достичь то, что достиг Хирани Кашипу. И все же это не было любовью Богу. Бога он ненавидел при этом сердце. И чем дальше он продвигался в знаменовучестве, тем больше он чувствовал, что только Бог его соперник. Что он остальных уже всех соперников остался последний. Бог соперник. Поэтому этот путь устранения соперников, страсти тоже к Богу, видите, идет. То есть демоны тоже к Богу привлекаются, как в этой истории мы слышали, кто великая личность? А, тот, я пойду к нему. Демон также думает, где великая личность? Тот, я убью его. Еще есть более великий, есть, убью его, потому что тогда я становлюсь великим человеком. И Хирани Кашипу, поскольку он в сердце его утвердилось уже, величие, он решил убить даже Бога, вот это же глупость. Анархия означает, что вывод глупый какой-то, странный, неистинный, неправильный, философский. Нельзя убить Бога, нельзя стать Богом, но анархия убеждает, можно. Можно, он дает объяснение, Бог это кто? Это тот, кто совершал великий аскез в прошлом должен быть. Я тоже буду совершать великий аскез, я тоже стану Богом. Но пропадает, что современная психология страсти и невежества другая. Сейчас люди, когда терпят полное разочарование в жизни, полное нарушение, вот тогда они прибегают к последней своей надежде. Я стану Богом. Когда он неудачник во всех отношениях. Просто принимает ЛСД и тут тебе я Бог. Все. Никаких усилий. Все теперь просто ясно. Тоже. Тамас. В тамасе все усилия напрасны. Если в страсти усилия дают хотя бы материальный результат,
какое-то развитие, какое-то материальное процветание, успех и славу, то в невежестве усилия напрасны на 100%. Только иллюзорное процветание можно получить, как бы мечту поддерживать всю жизнь человек пытается. Не может его воплотить никогда, но мечту поддерживает. И он умирает и говорит: «Я верю». Вот эта вера держала меня всю жизнь. Я верил в несбыточные вещи. Они так и не осуществились в моих планах. Но я верил, эту веру я передал другим. Чтобы у них так же не сбылось ничего. И они были другим. Какая-то идея коммунизма или капитализма, или какого-то материального социума, такого идеального идеалиста, они не могут это воплотить, они не знают, как это сделать, но идея-то есть, это там. И на практике ничего не получается, и получается прям противоположный результат, ухудшение в обществе, деградация в обществе. Но они говорят: нет, это прогресс, мы должны пройти через это, должны получить этот опыт деградации, а потом мы поймем, каким путем идти правильно. Но деградация означает, что вы уже не понимаете ничего. Дойдя до какой-то точки деградации Тамаса, вы не можете оценить, что было раньше, и сравнить, забываете все. Поэтому результата нет невежества. Эти моменты также можно применить к преданному служению, Будды материальной природы. А, благости. Благость – результат очевидный. Это уже реальный результат. Не полный, но реальный. Это очищение сердца. Уж что мы почувствуем реально, так это вот этот момент. Очищение сердца означает: как хорошо, прямо сейчас, прямо здесь. И ни от чего это не зависит. Все во мне находится. Это уже начало понимания чего-то реального в жизни. И при этом служении тигуны также, они отражаются, они участвуют, они примешиваются каждому из нас, мы приносим тигуны. И в невежестве означает, что преданный, он еще агрессивен. Он не может мирно, он еще склонен обязаться. Ссориться, нападать даже, критиковать сильно, видеть недостатки. То есть это невежество. Если преданный продолжает такую практику в невежестве, он недолго сможет удержаться на уровне преданного служения. У него постепенно уйдет вдохновение и смысл того, что он делает. Потому что смысл он получает только от того, с кем общается. Только от того, не от себя, не от своего еще понимания, что в невежестве. Ему нужен всегда кто-то, кто бы давал ему какие-то знания и поддержку. И тогда он чувствует себя сильным, уверенным. Невежественно он думает: я преданный уже, все. Он не понимает, что преданность еще зависима от этого шравана, киртана, от общества преданных. Он еще не способен оценить эту связь, насколько она играет огромную роль в его жизни. Поэтому он к преданным не очень хорошо относится. На этом уровне. Что он склонен критиковать людей недостаток, он сразу беспокоится и придет на большое значение. Смотрите, 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 видите. А я думал, у него куча недостатков. Как же я его слушал все это время? Я не мог больше его слушать. Он не понимает, что именно это слушание и поддерживало его в сознании Кришны. Есть пример. Человек сидит на дереве, на суку вот здесь, спиной. И перед вот с этой стороны. Вот здесь он сидит, а перед ножом взял вот руку и вот тут сидит. Дрова собирает. Ну, работает. Это называется положение невежества. Он критикует то, от чего зависит сам. И он хочет разрушить эти отношения, все, не понимая, что вместе с этим упадет свет как и воду. И другой человек идет внизу и наблюдает странный, сидит на суку и пилит его со стороны дерева. «Эй, ты что делаешь?» «Не мешай, у меня садхана бхакти». «Это не садхана бхакти, это не полезная деятельность. Ты упадешь сейчас оттуда, ты упадешь в маме». «А ты откуда знаешь? Кто такой? Уходи». «У меня ведические знания уже есть». «Ну чудак, прошу мимо человека». Как только он прошел треск, вопли, упал оттуда. Упал, что-то муши, подняться не может. Я же тебе говорил: «Так ты что, пророк, что ли? Ты провидец? Откуда ты знал? Скажи честно. Скажи мне будущее мое». Очень часто видишь, что преданные после вот такой критики других преданных очень часто обращаются к каким-то мистикам, ударяются в какие-то гадания, в какие-то вот мистические процессы, потому что они так ничего не поняли в этом процессе бхакти. Так и не обрели понимание зависимости от Бога.
Потому что если вы зависите от Бога, вам больше не нужно ничего толком для успокоения ума, ведь ничего не требуется. Кришна же есть. Поэтому неверующие результаты всегда одинаковые. Человек падает на уровень каких-то уже материальных энергий понимания сознания Кришны. Это уже не сознание Кришны. Это может быть чакры, это может быть биополя, это может быть какие-то астрологические энергии, психические энергии, еще какие-то тонкие энергии. Но это уже не духовная жизнь. Это результат оскорбления, что при этом может спуститься на платформу мистики. И только в благости он может сказать, что эти усилия не напрасные. Он не будет считать, что уже напрасно прожито, даже если он не скопил ни гроша. Если он очистил сердце, он будет счастлив. И, то есть это садхана бхакти, но тоже могут в разных гунах материальной природы. И ачарьи утверждают, Шрупада Госвами в частности, также учение Господа Гопи говорит то же самое, что с преданными, которые еще находятся в невежестве, не общайтесь близко. Не игнорируйте, не оскорбляйте, но близкие отношения вступайте. С ними нужно вступать в отношения при помощи киртана хорошего, хороших лекций, таких отношений, такого общения, эстетичного, позитивного общения, где вы все сосредоточены на позитивном. Все. И таким образом все мы поднимаемся на один уровень, поскольку мы все бхакты. Мы можем забыть свой уровень. Это самое лучшее, что можно сделать. Забыть свой уровень вообще. Я просто душа. Здесь нет никакого уровня в материальном мире. Нет ни одного места, которое бы мне принадлежало в этом мире. Что я не из этого мира, я духовное существо. И когда мы глубоко воспеваем долгое время со всеми преданными вместе разных уровней, мы забываем про все эти уровни. На каком уровне мы чувствуем освобождение. Вот это и есть наша практика. Но, мы не должны забывать, что это дар нашему обществу целиком, всем нам, для всех, кто нас значит. Потому что экстаз, который приходит к новичку, заставит его гордиться, чувствовать себя особой личностью. Не нужно забывать, что это просад, это милость Бога, потому что мы все вместе это делаем. Это уже понимание благости. Мы вместе. Никто в одиночку не сможет этого сделать. Попробуйте провести фестиваль в одиночку в своей коммунальной квартире. Я не на работе в офисе, говорю, на перерывный обед. Это невозможно. Невозможно. Кругом такая майя, вы видите, да, вот что такое майя. Даже если я повторяю нас кругов, это не так еще просто удержаться в сознании Кришны, ходя на работу, общаясь с материалистами, считая деньги, слушая разговоры всякие. И не всякие. О чем они говорят? А мужчина и женщина говорят о том, как провели время чувственных наслаждениях. Самые-самые неприятные вещи для преданного уха. Они это обсуждают со вкусом, с интересом, с восхищением, там, хавают. И мы думаем, почему же Кришна не дает мне бхаву? Им дает бхаву, а мне не дает бхаву. Вот они занимаются с этой рукой, и они счастливы. Но ведь это написано, они счастливы, потому что у них есть привязанность. Ну, она материальная, но вот именно она является причиной счастья. Они привязаны к семье, к жене, к дому, к деятельности, к деньгам. У них есть ценность, это привязанность, это ценность. То, что для меня дорого, я привязан, без этого жить не могу. Вот это самая ценность, которая держит меня и стимулирует мой труд, мои усилия, мою садхану, так сказать. Но это не бхакти. Их радость тоже временного характера. Их радость не истинная, а остаток. Она не существует как истинно глубокая радость, поверхностная радость. То есть смерть материалиста – это поверхностная эмоция, больше похожа на маленькую истерику. Как бы возбуждение, истерика такое большое. Потому что глубокое счастье при этом себя скрывает. Он никогда не будет проявлять это эмоционально. Ну, будет иногда, когда в своем кругу, когда кто-то близкий преданный, и когда уже совсем экстатичный киртан, когда преданные могут и плакать, и говорить что-то, и кричать святые имена, когда это никого не беспокоит, на самом деле, когда это можно оценить. Но в основном, то глубокая связь с Богом – это тайна. Это как то, что каждый хранит глубоко в сердце и никогда на показ не выставляет из преданных. Никто это не будет делать. Если это истинное чувство, никогда никто на показ не выставляет. И сегодня хотел поговорить об одной вещи, что может ослабить нашу садхану бхакти, усилия к Кришне. Я подумал, что есть эти моменты очень неприятны для семейных людей. Но вот как раз, что касается
их веры, семейных людей, их способности применять усилия, энтузиазма. Есть в шастрах определенные места, которые семейные люди избегают читать. Они, конечно, не знают, что это места есть, а потом не открывают, я не хочу. Просто отлично почитаю. Потому что это непосредственно правильно на семейную жизнь. Хотите, прочитаю, потому что мы переписывали часто это дело. Надо прочитать. Я не буду никого расстраивать. Ну, шахты прочитаю. А потом обсудим, потому что это может быть препятствием. Если мы так себя чувствуем, как сейчас я писал, это не очень хорошо. Это неправильное понимание шахты. Ведь можно подумать, что шахты нацелены против семейной жизни. Так, можно почувствовать, надо так вывод сделать. Вывод не совсем правильный, вывод, кстати, совсем неправильный. Поэтому многие семейные люди теряют энтузиазм по недопониманию Писания. Если бы они понимали Писание хорошо, они бы сохраняли большой энтузиазм в сознании Кришны. Неважно, в его масштабе. Но только послушайте, что описывается среди Кришны Шримад-Бхагаватам. Тревоги постоянно снедают такого глупца. С глупца снедают тревоги. Первый глупец. Согласны? Значит, тот, у кого много тревог, то глупец, согласны? Ну, это глупец. Да. То есть мудрый человек никогда не тревожится ни о чем. Ведь описано. Ни о мертвых, ни о живых, не тревожится, он не будет слишком тревожиться. И вот глупца снедают тревоги глубокие. Но, несмотря на это, он совершает один грех за другим и живет надеждами, которым не суждено сбыться. И все только для того, чтобы обеспечить существование тех, кого он считает своими родными и близкими. Вот причина несчастья. Какой вывод? Вывод не спешите, хорошо, давайте послушаем. Я уже знаю, какой вывод напрашивается в голове, но вывод неправильный. Потому что мало счастливых лиц осталось на всех. Тревоги снедают, верно? Мы не это понимаем, что здесь написано. Давайте разберемся вместе. Вместе. Я прочитаю комментарии. Комментарии еще круче. Говорят, что легче управлять огромной империей, чем прокормить небольшую семью. Все это знают. Да, что пропадает комментарий. Такая пословица есть, видите. Это более-менее, ну, как бы распространенная вещь. Говорят, что легче управлять огромной империей, чем прокормить небольшую семью. Это особенно справедливо в наши дни, когда влияние Кали-юги лишило людей покоя, заставляя их постоянно тревожиться за будущее своей мнимой семьи, которая создана Майей. Семья, о которой мы так заботимся, является искаженным отражением семьи, находящейся на Кришналоке. На Кришналоке у живого существа тоже есть семья, друзья, близкие, отец и мать. Там есть все, но все это существует вечно. В материальном мире, меняя тело, мы вместе с ним меняем и семью. Сегодня мы живем в семье людей, а завтра можем родиться в семье полубогов, в семье кошек или в семье собак. Наши родные, близкие, знакомые друзья в этом мире постоянно меняются, поэтому их называют аса. В Писании сказано, что до тех пор, пока мы будем привязаны к аса, то есть к приходящим, реально несуществующим обществу и семье, нас будут преследовать тревоги. Материалисты не знают, что семья, общество и дружба в материальном мире – это всего лишь тени, и потому привязываются к ним. Поэтому нет ничего удивительного в том, что их сердца всегда объяты пламенами тревоги. Но несмотря на это, они продолжают трудиться, чтобы прокормить свою иллюзорную семью, ибо им ничего не известно об их настоящей семье, родственных отношениях, которые связывают их с Кришной. Это как конкретно Бхагавад пишет, семья ведь у вас уже есть. У всех у нас уже есть семья вечная. Надо вернуться туда. Мы сейчас изменяем своей семье, гуляем, помаем.
с кем-то заводить здесь дружбу, любовь. Но вот интересно, как это вывод. В другом месте в комментарии Прабхупада говорит, что люди, вайшнавы, которые себя не отождествляют с телом, а значит и с обществом материальным, и с семьей материальным, они не имеют уже, не классифицируются по национальности, по варне и по ашраму. Их нельзя описать по национальным признакам, по признакам профессиональным, по признакам каких-то духовных уровней религиозных. Их считают родственниками Бога. Они входят в семью Бога. Называется Ачьюта Готра. То есть говорить преданному о его национальности считается оскорблением. О его происхождении считается оскорблением. Указывать на его ашрам тоже может являться оскорблением. Он может находиться в любой национальности, в любом ашраме, в семейном или отреченном укладе, или брамачаре. Это не имеет для него никакого значения. Он себя цепи не отождествляет. Вот что такое сознание Кришны. Он живет в семье Бога. Это частичка Бога. А что такое? На него не распространяются законы государства или просто обычных социальных каких-то укладов. Более того, он настолько над ними возвысился, что даже не замечает их и автоматически не нарушает. Он даже не думает об этом, потому что законы Бога, они все благие, при любых обстоятельствах. Когда мы говорим, как нам быть, как нам быть в сознании Кришны, нам запрещают власть, нас преследуют, как нам быть. Закон запрещает нам еще существовать. В ответе что письмо? Нет такого закона ни в одном обществе мира, который бы запрещал повторять 16 год мантры, который бы запрещал не есть мясо либо яйца, не играть в азартные игры и так далее. Нет такого закона ни в одном государстве мира. Так что вы не нарушаете закона, когда служите Богу. Вне закона. Практика вне закона. Это Ачьюта Готра называется. И здесь Прабхупада говорит, что на самом деле у нас есть обитель, вечный обитель. Но посмотрите, как интересно. Комментарий раскрывает как бы внутреннюю суть утверждения стиха Бхагаватам. Но читая стих Бхагаватам, мы чувствуем, что это нацелено против семьи какой-то. Нет, не против семьи, против привязанности к семье. Это удивительная вещь. Вот то, что сильно путают семейные люди, вот эту привязанность и любовь. Привязанность и сознание Кришны. То есть, если человек не имеет к чему-то привязанности, означает, что он не считается собственником этого. Так? Что это означает? Это не моя квартира, не моя мебель, пусть хоть сгорит, мне все равно. Теперь это не моя семья? Ну да, пусть пропадет на проповедь. Это материальный менталитет. Не так, не так, не так. Нужно просто видеть, что все семьи принадлежат Богу. Так же, как все религии принадлежат Богу, все живые существа принадлежат Богу, это друг каждому. Не только друг своей семьи или своей жены, или своей дети, друг каждому, говорится. Вот что такое, о чем здесь говорится. Семья Кришны есть. И каждый находится в этой семье, просто многие не знают об этом. Что же мешает узнать это? Привязанность к этой маленькой семье. А привязанность означает сознание собаки или кошки. Свой-чужой. Подойдите к дому какому-то чужому Прабхупаде. Там он встретит пес. Боится. Серьезно. Он вас ненавидит просто. За что? Я только что пришел. Он меня не знает. За что меня ненавидит вообще? Чужой. Я тебя не знаю, но ты чужой. Вот и все. Вся философия. Ты чужой. У тебя цвет кожи другой. Запах у тебя другой. Чужой. Это просто бить. Это сатана. Это собачье сознание, говорится. Говорит, уходи, пожалуйста, убирайся отсюда. И даже говорит, без пожалуйста, убирайся отсюда. Не говорит, пожалуйста. Так, Прабхупада шутил, говорит, вот что, приезжали, говорит, на таможню, там то же самое. Зачем он сюда к нам? Да я на проповеду сознание Кришны, я саньяси, я должен путешествовать. И надолго у нас чужой, 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 чужой.
И, конечно, это все можно объяснить законы материальной природы, можно все понять. Собаку тоже можно понять, безусловно. И мы понимаем собаку. И сочувствуем, кормим просадом. Если собаку накормить просадом до отвала, она пропускает всех. Это мы уже знаем на опыте. Они становятся, они задаватыми становятся просто. Любому человеку с великим почтением относятся. Но их воспитывают таким образом. Даже собаку можно воспитать, дети не в сознании пишут. Хотя по природе каждое живое существо доброе ко всем. И вот эта привязанность к семье означает, что ради своей семьи начинаю обманывать других людей. Я нарушаю законы Бога, семьи Бога. Для меня маленькая семья ценнее, чем большая семья, в которой мог бы жить, представьте. Если мы строим такую большую семью, дом Прабхупады, это означает, что вы можете к преданному войти без предупреждения, без спроса, в любое время суток, если вам что-то нужно, постучаться, позвонить, и вас примут. То, что спать негде, ложись, есть, пожалуйста. Что нужно, кирпин хочется, чтобы спереди? Марко, давай поповем, давай почитаем Бхагавад-гиту. Да, в любом доме, пожалуйста, чьи-то готры, вот пример. А сейчас это работает. Не знаю, может быть, это не работает, я говорю, но я уверен, что это работало всегда. Куда бы ни подключали, в какое время ни приехали, в какой город, приехали сюда рады принять и понять, и уделить время. Накормить уж точно. И денег никто никогда не попросит. И пища у нас общая. Мы не спрашиваем, что ты там приготовил, нет каких-то добавок, и все остальное. У нас стандарты у всех одинаковые, у нас вот означает семья Бога, стандарты Бога, философия Бога, чистота от Бога. Вкусы, одежда, вся культура от Бога, и все мы прекрасно понимаем друг друга. То есть вот такую большую семью строит Шрила Прабхупада. И эти стихи Бхагавата, они разрушают привязанность к маленькой семье, но дают возможность войти в большую семью. Поэтому это не потеря, большое приобретение. Более того, и даже свою семью не потеряете. И даже свою семью она станет богаче. Она станет именно богаче общением. Богаче отношения, богаче любовь. То есть потери никаких разницы нет. Это все навязывается иллюзией, майей, кальюгой. Для себя, для себя. Если ты для себя не будешь, то у тебя ничего не будет. Смотри, какие люди все жадные, жадные, жадные. А мы говорим, нет, смотри, все души, души, души. Неси им, давай знания, давай просад, давай, отдавай себя, отдавай себя. Ничего не потеряешь. Вот этот страх, это тоже садхана бхакти. Потому что в духовной жизни могут сопутствовать страхи, неуверенность. Бескорыстная деятельность, я могу быть не уверен, что она принесет мне какое-то счастье. Если я все бескорыстно отдам, что же я получу взамен? Ум так думает, правда? Если я все бескорыстно отдам, бескорыстно, то что получу взамен? Вот это менталитет, от него никуда не деться, понимаете? Это вызывает некоторый страх, особенно у семейных людей, поскольку у них на самом деле трудно прокормить маленькую семью. Они озабочены, даже понимают трансцендентную философию, им сложно применить, страх все равно есть. Поэтому здесь необходимы определенные усилия, чтобы эту бескорыстную деятельность расширять, постепенно распространять. Ну и, конечно же, если мы говорим о семейных людях, то в каждом доме должен быть храм, Прабхупада сказал. Преданный не живет просто в квартире, ему не нужна никакая квартира. Попробуйте жить просто в квартире. Почувствуйте отвращение очень быстро, вы преданы. Вы быстро почувствуете, что невозможно жить и дышать в этой картине. Все, вкуса и счастья никакого нет. Но если вы станете алтарь, там уже смысл. Все. Все другое, уже осмысленная деятельность, уже общение, каждый день что-то происходит в вашем доме. Важное. Уже хочется с кем-то общаться, приглашать людей, готовить что-то, принимать гостей. Любовь начинает развиваться, действовать. И вы хотите дверь открывать свой дом. Видите, как только двери открыли своего дома и радушно сказали преданные, дорогие гости, пожалуйста, заходите, вы тут же очистились. Тут же. Отлично накормили просадом на свои заработанные с потом поведения, с любовью. Вы достойны Вайкунтхи, вы достойны освобождения, если вот так вот вы живете уже в нематериальном мире. И никакого страха не должно быть в этом. Не требуется отдавать все, потому что доля выделяется каждому человеку для служения Кришне. Все отдавать нельзя. Это греховность, вы отдаете свою долю. Это равносильно тому, что вы отказываетесь от служения. Вам дают лопату, работай. Отказывайся, а ты что? Я даже от лопаты отказываюсь. Нет, тебе дали приказ для труда, для деятельности. Отречение нужно проявить в деятельности, в практической, должно принести какой-то результат для Кришны. Все результаты Кришне принадлежат, и мы хотим хорошего результата, чтобы Кришна был доволен нами. Вот эта садхана
очень глубокая, очень тонкая вещь. И она зависит именно от понимания, от наших мыслительных процессов, от осмысления практики. От веры и осмысления. Эта вера, она становится тоньше, глубже, такие тонкие ткани мозга, интеллект развивается, вообще не с преданными, саду-санга. Что такое общение с преданными? Это киртан, лекция, просад, все. Основа. Это общение с преданными. Киртан, лекция, просад. Это развивает тонкие ткани мозга. Если даже вы так не успели познакомиться друг с другом, потому что постоянно киртан, просад и лекция, нет. Вот только начинаете знакомиться, тут же киртан начинается. Киртан кончится, только первым раз поговорите, уже просад. То все равно вы всех любите, даже не знаю. Вот удивительно. И по-настоящему ко всем очень хорошо относитесь. Видите, оказывается, таких вот больших знаний не нужно, чтобы любить. Нужно просто быть сознанием Кришны. А потом, если вы проницательны, можете так понять все необходимое. Потому что многие вещи, которые мы интересуемся в людях, они не полезны, не нужны. Например, если я спрошу вас, сколько вам лет, это не такое полезное знание. Оно бесполезное. Ну, нейтральное оно, не против и не за. Оно не помогает преданному служению, не мешает преданному служению. Сколько вам лет? Это не греховно спросить, верно? И ответ тоже не греховный будет. Вы скажете, 58 лет, скоро 90. Это не греховно и не благостно, это нейтральные вещи. А есть вещи, которые препятствуют сознанию Кришны, которые вообще спрашивать не нужно. А в прошлом ты какой греховной деятельностью занимался? До сознания Кришны, ну расскажи. Это уже будет препятствием сознанию Кришны. Это не нужно в это углубляться. Это оскорбление уже преданно называется. Или недоверием, так выражаем тонко. А есть вещи, которые способствуют росту сознания Кришны. Когда мы говорим, давай вместе джапу повторять. Давай фитнес поем. А что ты думаешь на эту тему Бхагаватам? И когда мы так общаемся, не задевая ни настоящего материального, ни прошлого, ни будущего, вообще не касается, кажется, что мы не знаем друг друга, ошибается, вот это истинно познает. Остальное произойдет как милость, без вопросов. Просто кто-то однажды скажет, вы знаете, кем я буду сознание Кришны? Я вам что-то скажу. Но вы будете знать, что это все-таки откровение, это будет что-то в сознании Кришны. Что-то ценное, что-то сокровенное. Это поможет обрести нам опыт. Потому что это исходит из сердца человека. А не потому, что просто страшные тексты составляют, сколько судимостей, какой возраст, вас, профиль, раз, документы, такое все ясно, мы пошли дальше. Следующий. Нет, нет, это должно созреть по отношениям, и ничего не будет скрыто. Каждый сам себе расскажет. Он расскажет истинную вещь, правду. И по-другому правду не узнаем, пока ее каждый сам не расскажет. Пока Кришна сам о себе не расскажет, мы не узнаем правду. Пока преданный сам о себе не расскажет. Но это возможно, когда есть атмосфера доверия и любви, когда нет привязанности и материальных отождествлений. Что в прошлом кто-то вор, а я был начальником. Это неблагоприятно для сознания Кришны, такие сравнения. Если кто-то приходит сюда с намерением осознать свою душу, это отсчета Готра. Мы все, братья и сестры, у нас один отец. У нас есть духовный учитель, есть Шилапрабхана, есть Кришна, и у нас есть одна миссия, одно занятие – служить Богу. Это тоже усилие, потому что иногда нас ум привлекает к тому, чтобы просто поинтересоваться какими-то материальными обстоятельствами. Это тоже можно. Я не думаю, что это запрещено было во время Прабхупады, нет. Но мы просто говорим, как благоприятно применять эти вещи. К чему можно нейтрально относиться, для чего нужно избегать вообще. Так, случалось иногда в жизни, когда меня спрашивали, вы знаете этого преданного? Вот он недавно получил инициацию. Помните, видите, а вы знаете, кем он был сознанием Кришны? Так он не знает. Так он сейчас скажу. И вы удивитесь, как он еще получил инициацию. Вот есть люди порядочные. Там не удивительно, что получили инициацию, конечно. Только вот странно, что те порядочные люди уже давно в мае. А вот это с прошлым, он до сих пор пытается Харе Кришна. И молится Кришне, чтобы просил все его грехи. Вот как бывает, видите? Вот эта вот праведность, вот это вот мирское определение, вот эти привязанности, эти оценки, они чаще всего оказываются ложными. Они всегда ложные.
Мы не хорошие, не плохие, не мужчины, не женщины, но поймите, это необходимо применять с усилиями знаний, потому что мать тут навязывает, но тем не менее материальные понятия. Нужно каждый день помнить философию. И вот знаете, почему иногда слабеет наши садана бхакти, наши силы, наша решимость внутренняя? Потому что мы иногда забываем мыслить философски. Я думаю, даже не иногда, это будет на распространение явления. Что большинство проблем — это не философский вопрос. Это просто вот болит вот в этом месте. Вот. Потому что кто-то сказал вот такое слово. Я услышал, вот здесь теперь болит у меня. Что делать? Как простить? Простить или не простить — тот же вопрос. Ответьте мне. Они знают, что нужно простить. Но не хотят. Не могут. Я не могу. Нет, я не хочу. То есть на уровне чувств, на уровне каких-то эмоций у нас после духовной жизни, и мы не можем применить философское понимание вещей, наша садхана бхакти затруднена. Это можно поставить на автопилот. Сейчас смотрю, ты как это видел? Там только взлетел, и все, и можно сказать. Автопилот стоит, он сам, ты высоту набрал, скорость держит, и все в порядке. И вот такая духовная жизнь может случиться с нами. Без энтузиазма, без какого-то чувства любви, без интереса к Кришне, с некоторой обидой, с некоторым недоверием, с некоторым сарказмом. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Мы посмотрим Хари Рама, Хари Рама. Если не будет я ждать сегодня, нет, конечно, тебе сад не будет, конечно. Чистый приятный, когда просто видит друг друга уже в экстазе. Так написано, читаем, что там лица. От одного вида попадает в транс, когда видит преданного. Я долго не понимал это, но как же не попадает в транс от одного вида преданных? Вот я смотрю на преданных, но транса никакого. Вот я оцениваю, это откуда преданный, а я знаю, я помню, а то делать, то делать. А как же не в транс попадает? Но однажды я иду по улице, по каким-то офисам в Петербурге. Какие-то дела, эта бюрократия настолько тяжелая в Петербурге была все время. Это ну, самый страшный город в моей жизни. Если какой-то документ делать, это что-то. Потому что офисы бывают в разных районах города, короче. Вот печать там, а подписи туда стоит. Ну, как умеете. О, Боже мой. Тогда еще машин не было, и катали все пешком, метро, как-то еще вот нужно успеть до обеда одно, после обеда другую печать, вот так вот. И вот я так бегаю, как лошадь по городу, молодой еще, и бегал я, здорово. Без машины управлялся. И вот в такой вот, в таком радости, в таком вот изнурительном состоянии, что я вижу на Невском проспекте, перед этой книгой состояние. Оо! Наши! Какой транс, какой транс был, да и такая радость была. Мне было все равно, кто он, какого происхождения. Факт, Бхагавад-гиту, где ты кому-то что-то рассказываешь. Просто я что-то создание потерял. Боже мой. Вот. Вот что важно. И, ну, как только мы входим, снова оценки, тела, отождествления, они работают, и вот наши усилия заключаются в том, что собираются вместе отойти от этих материальных оценок. Воспевать Хари Кришна, слушать, принимать прасадам, прославлять Господа, и вот так вот, пока все это не развеется, мы чувствуем экстаз, мы все счастливы друг другу, наконец-то все, мы все вместе, мы чувствуем семья, а счета года, мы в семье находимся. Вот эти усилия мы делаем практически каждый день, что уже за одну ночь мы отчуждаемся. Проснувшись утром, мы уже отчужденные немножко. Так действует гуны природы во сне. Отождествление с телом. То есть пока мы имеем это тело, эти привязки, необходимо совершать усилия, чтобы поддерживать духовное сознание или сознание Кришны. И интерес к Богу будет углубляться больше и больше и больше, потому что Кришна будет все глубже и глубже участвовать в нашей жизни. Сначала он участвует в событиях нашей жизни, потом проникает в наш ум, наши привычки, наши желания глубже и глубже и оказывается в самом сердце. И там удивительные отношения. Именно оттуда. Извне, изнутри, и сейчас идет процесс. Извне мы слушаем, изнутри мы пытаемся понять себя с интересом к Богу. Но если только мы имеем этот внутренний интерес, представьте, если живое существо падает в ловушку материального существования, в глубокий колодец, слепой, выбраться оттуда нет возможности, но приняв духовного учителя, мы принимаем вот эту веревку спасительную, чтобы забраться вниз. Такой пример. Ну вот я ученик, я должен держать веревку. Это мои усилия, мой интерес должен быть.
А там его интерес вытащить меня из этой ловушки. Если он будет тянуть эту веревку, а я не буду держаться, выкажет туда такой. Никакого. Вот гуру совершает усилие. А ученик ждет, когда же он вытащит. А ты вообще держишься за канат? Да нет, Гуру Махарадж, я жду милости. Так милость уже есть, держись. А ты видишь, что держаться надо, что ли? Так у меня руки заняты, у меня куча дел вообще, Гуру Махарадж. Я не готов, оказывается. Я тут очень занят. Я постоянно что-то делаю руками, в руках мне много важных вещей, то не могу оставить здесь. Веревку-то вижу, но руки-то заняты. И тогда нужно оставить. То есть милость означает, как одна женщина приходит к астрологу и говорит мистику: благословите, сделайте что-нибудь, нет ребенка, хочу сына. Ну хорошо, провел ягоду необходимую, дал ей кокосовый орех, вот, пойдешь, выпьешь, тут ребенок. Пошла, выпила, нет ребенка. Через год приходит, не работает, ребенка нет. Кокос выпила, все, я легла, ребенка нет. А муж-то есть? Мужа нет. Ну, муж должен быть. Потом будет ребенок. Или вы думаете, что уже совсем мистический процесс, вообще ничего делать не нужно. Это все большие усилия, на самом деле, к которым нужно привыкнуть, так же, как сначала кажется невероятным спортом, если что-то сделать, знаете, новичку. Я занимался спортом, но сначала это казалось невероятно, я так теперь не смогу, мне просто страшно, это невозможно. Я убьюсь насмерть. Нет, возможно, немножко тренировки, нужны усилия там. Тренер обучает, как не бояться, как вот эти элементы разбирать на части, все это отрабатывает, и в конце концов подлетать в воду, переворачивать, боже мой, неужели это я? А потом вы просто привыкаете переворачиваться постоянно. На каждом шагу можно переворачиваться. Пожалуйста. Безопасно. Вы просто при этом привыкаете, вы просто это усваиваете. То есть бхакти это можно усвоить. Садхана бхакти ее нужно усвоить. То есть привыкнуть к этим определенным усилиям. Усилиям любить Кришну, как ни странно. Конечно, это противоречие с одной стороны. Усилие любить это не любовь. Настоящий любовь никаких усилий не требует. Поэтому, когда усилия любить, это некоторое противоречие. В языке такого невозможно по понятиям сочетать. Любовь из-под усилий, ну, простите, это не любовь. И все же мы говорим бхакти. Почему? Потому что Кришна оценит это. Это его любовь. Нашей любви нет, он не даст. Он так ответит, что он почувствует. Это наша с ним вместе любовь, общая, то, что мы связаны. Мы неотъемлемая частица, связанная этой вечной любовью. И вот теперь она будет останавливаться. При каких-то даже неопытных усилиях. Если даже мы еще в невежестве, мы даже толком не знаем, что делать, но мы делаем правильно, например, только своему гуру, мы все же можем получить этот результат. Любовь. Совершенно неожиданный. Не совсем то, что мы представляем. Все гораздо будет лучше, чем мы. Что вы сейчас представляете себе, Кришна? Что-то хорошее? Это будет гораздо лучше. Самое лучшее? Это будет гораздо лучше. Это невозможно представить. Это запредельное выражение. Это гораздо лучше, чем можно себе представить. Такого результата, понимаете? Потому что это исходит от него. От высшей личности, от Пурушоттамы. В каждом сердце живого существа, в ядре каждого атома, не покидает ни одно живое существо. Жизнь находится в сердце с каждым. Пойдет эти отношения вечно. Его сторона нерушимая, наша сторона затвердит. Поэтому если просто мы пытаемся вспомнить, он дает эту память, сорвался, чагам, гриса, не видишь, что я в сердце каждого живого существа даю память, знание, забвение, что хочешь забыть, забудешь, вспомнить, вспомнишь. Поэтому говорится садхана бхакти, что кажется противоречит. Я хочу рагануха бхакти, что такое садхана бхакти? Для этих видов усилий бессмысленные, неосознанные. Нет, я не признаю это бхакти, нужно рагануха бхакти. Неправда. Между рагануха бхакти и садхана бхакти разницы нет внешней. Никакой. Разница только в том, что Кришна полностью отвечает на каждое проявление, на каждую попытку служить этому проявлению. Итак, постепенно эта связь, эта йога, она утвердится в сознании преданного, что необходимо служить Кришне. С утра пораньше человек просыпается преданным, он думает, что так, нужно сейчас служить Кришне. Все, что все, что нужно. Первое, что нужно, сразу делать поклон.
А Мария уже знает, куда он пойдет после этого. Все уже понятно, что каждый день это регулируемая практика. И постепенно, если он именно стремится к Богу, стремится к преданному служению, его сердце очищается само по себе. Это как омовение говорится, ведь вода смывает грязь сама по себе, имеет это свойство. Если мы стоим под душем, все в порядке, но если мы стоим под душем, но воды нет, воду не включили, тогда что там стоит вообще? Бесполезное устройство, не так ли? Если это без интереса к Богу, если человек совершает садхана бхакти с намерением жить в материальном мире, то тебе ничего не поможет. Никакие лекции, никакие обсуждения, никакие программы, ни духовный учитель, никто не поможет ему. Если он намерен дальше гнить в материальном мире и так совершает садхана бхакти, он ничего не получает. Как можно обмануть Кришну? Я приду к садхана бхакти, но Кришне служить не буду, я просто это делаю с другой целью. Есть история о том, как Анишин решил обмануть кузнеца. Ну, кузнец и так слишком богатый, и я его обманул. Я заказал хороший нож из плохого железа. Я принес плохое ржавое железо. Сделал мне хороший нож. Кузнец посмотрел, улыбнулся и сделал нож из того железа. И отдал. Мне же не хороший нож. Человек пришел домой, показал, что отрезал, сломал, тут живу. Что, ты меня обманул? Я тебе принес железо, попросил хороший нож, а нож-то плохой. Ну какой железо ты принес? Такой ты нож получил. Мы получаем именно то, что мы заслуживаем в результате. Поэтому, чтобы заслужить благословность Верховного Господа, шастры рекомендуют принять духовного учителя следующим наставлением. Слушать, понять его бхаву, его настроение, проникнуть этим духом служения. Вот смыслом, сутью этого всего. И тогда все наши утренние подъемы, попытки, вот эти внешние, они будут приносить удивительный результат. Ежедневно будем чувствовать радость, счастье. Так и есть. И преданные, которые регулярно практикуют садхана бхакти, с интересом к Кришне сюда счастливы, постоянно счастливы. Они довольны при любых обстоятельствах. Даже какие-то потрясения у них бывают в жизни, это как большое горе, знаете, он не подтухнет даже на ветру. Ой, особенно запушить, тут же вспыхивает. Большое горе. Маленькая свечка, вот она в опасности находится. То есть еще не развиты эти отношения. Но преданный может быть таким независимым от обстоятельств. И есть такое понятие, как отраженная бхакти. Тут нужно быть внимательным. Отраженная бхакти означает, что у меня нет личного бхакти, но я могу отражать по мере очищения, чувствую, что я способен действовать почти так же, излучать некое сияние знания, некой энергии. Отраженная бхакти, то есть я общаюсь с преданными и также обретаю эту способность от них. Но если я не общаюсь с преданными, эта способность покидает меня, это отраженная бхакти. Есть другой пример. Дрова. Если мы кладем дрова в печь сырые, они не горят. Они дымят и клеют. Только потому, что рядом с горящими поленами находится. Если вытащить сырое это полено, клеющее из огня, оно тут же затухнет. Только ты поленишь. Остынет. Оно еще не готово, как горючее. Но ему нужно быть рядом. И нагреваться, и высыхать, и это отраженные бабки. И как будто бы уже есть огонь даже, видите? То есть способность есть, затрудненная, но есть. И присутствие огня, оно проявляется. Но если мы не общаемся, с преданным должным образом разрываем эти отношения, мы слабеем тоже. Это наше положение, как дрова постепенно высохнут. И возникнет бабки, она возродится в сердце. Непосредственно, ты уже не потушить этот огонь будет никогда. Но отраженная бабки означает, что нужно постоянно находиться в общении с преданными. Вера Шрадхана должна привести к общению Саду Санга. И Саду Санга, она даст нам веру и решимость следовать практике Баджанаки. Именно прославлять Баджана, прославлять его, думать о нем, говорить о нем, интересоваться им, это Баджана Крия, служить ему, делать что-то для него, строить храмы, распространять знания, давать святое имя людям, устраивать все эти фестивали, все эти события, чтобы распространялся этот дух служения Богу. И когда сердце очищает, становится очень могущественным внутри, могущество возвращается к нему, он принимает личное решение плыть к Кришне. Его уже никто слов не собьет. Все. Почему служишь Кришне? Гуру говорит. А что еще делать? Разве чем-то можно еще заниматься самим?
Предложите что-нибудь. Ничего нет? Ну да, ничего нет. Я так и думал. И быть не может ничего, кроме этого. Это означает мишка. Твердая вера. Очевидно это не додуманное что-то. Это очевидно, что вся остальная деятельность называется «Асад» написано здесь. Она временная, и поэтому бесполезна. Основана на темных привязанностях, она «Асад», она приведет только к разочарованию, к боли. И только увеличить страдания в этом мире. Зачем же мне увеличивать страдания в этом мире? Но заниматься при этом служением чистым, бескорыстным, любовным при этом служением. Это не имеет никаких материальных последствий. Это освобождает очищает душу. Что же еще должен делать в этом мире? Это называется ниша, твердая вера. И из этой твердой веры проявляется вот этот вкус святого мира. Вот эти нежные сердечные отношения зарождаются. Такая благодарность, такая любовь, такое тепло. Оно есть в сердце. Это не приносится извне. Это просто некоторых усилий, как ребенок пойдет, встанет на ноги, потому что ноги есть у него. Это не что-то чуждое для ребенка начать говорить. И таким образом этот процесс вначале уже подробно описали. И теперь нужно не забывать о наших усилиях. Главное усилие – это просто искреннее желание служить Кришне. Это главное усилие, которое нужно себе поделать. Это искреннее желание служить Кришне. Миссии Прабхупады. Конкретно. Поэтому Вишнава Чакравартина Такур так и сказал, дорогие преданные, если вы искренне желаете служить Кришне, ничего не бойтесь. Закрывайте глаза и бегите бегом. Вы даже не споткнетесь никогда. Гарантированно. Вот такие усилия считаются важными. И сколько бы внешних усилий мы ни делали, они не имеют большого значения, пока не будет связано с нашим желанием. Ну-ка, их пробадывать в комментарии. Семья уже есть. Вокруг нас большая семья. Нужно учиться в большой семье жить. Не в маленькой семье, а в большой семье. Маленькая семья не исчезнет. Не думайте, не пропадет даром. Надо было исполнить все свое предназначение. Все будут счастливы. Хари Кришна, уже идет на Гирамани Прабху, встретим его.